В Бразилии, кстати, не так много, извините, я имел в виду, что в нашей стране, в России, не так много знают известных бразильских мелодий. Хотя страна очень музыкальная, очень богатая на культуру, там огромное количество музыки, огромное количество музыкантов. Есть три центра культуры. Это Рио-де-Жанейро, это город Сальвадор, штат Баия, первая столица Бразилии, центр работорговли, там самый большой процент чернокожего населения вообще вот в Новом Свете. И там очень сильны традиции и вот эта культура африканская, которая повлияла на всю европейскую, и вот таким образом родилась самба. Самба — вот эта смесь африканских ритмов, как ни странно, польки, как ни странно, маршей. И получился такой вот необычный сплав, очень веселый, заводной.